Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на игрушечку Stalker Зов Припяти. Это у нас не оригинал, а это модификация, называется она Связной. Вот так вот, коротко и ясно, просто Связной. Да, ребятушки, я думаю, вы не ожидали такого прохождения на моем канале. Захотелось мне немножечко шутера, и давайте-ка посмотрим, что нам тут преподнес разработчик. Посмотрим, что за вообще модификация. Пару слов я сейчас о ней скажу. Мы с вами играем за наемника, который пытается внедриться в группу диггеров. И давайте смотреть, я думаю, это будет интересно. Фух, ну что, новая игра. Тут я посмотрел Сталкер и Ветеран. Есть всего два выбора. Видимо, морд по-своему хардкорный. Даже не знаю, будем смотреть, будем разбираться. Но выберу я Сталкер, чтобы мою попочку не рвали просто налево и направо. И давайте смотреть. Да, по поводу... Ребятушки, сейчас будет долгая загрузка, и поэтому я поставлю на паузу, и там мы с вами сразу же вернемся, как эта загрузка пройдет. Поэтому до встречи. Услышимся через пару секунд. Ну что, погнали. Плохая компания. Пролог Связной. Ужас. Почему я? О, господи, ужас. А жить-то всем охота, а жертва аборта? Так, ёпта. Тут, смотрите, уже какие-то свои разборки у нас начались. Нормально так, хорошее начало. Крамер, это, я так понял, наемник, да, с которым мы с вами сейчас будем беседовать. Почти обманул. Ладно, хрен с ним. Груз перехвачен, свидетели убиты. А значит, мы можем перейти непосредственно к делу связанного. А звали Масоном. Что же, его имя теперь принадлежит тебе. Тебя в зоне пока мало кто знает, поэтому легко вольешься в новую группировку. Их лагерь находится где-то в центре свалки. Точнее сказать не могу, но недалеко отсюда охотники устроили лагерь. Пораспрашивай их, может, что поведают? Так, контейнер диггеров. Рискованная работенка. Что если спросит пароль или вообще не узнает во мне Масона? Не волнуйся, это вторая группа из их экспедиции. Первая по случайности подорвалась на минах старого кордона. В общем, люди новые, не успели еще познакомиться друг с другом. Так, а эта группа была взорвана мутантами. Ты единственный выживший. Впрочем, еще полон сил, чтобы поработать на них и выяснить все их планы. Постарайся сблизиться с командиром. Так, новое задание. Выяснить планы диггеров. Вот, ребятушки. Так, нужно будет как-то внедриться, да, получается, в группировку диггеров. Хорошо, посмотрим. А кто он? Тимур, мать его. Тимуровец самый настоящий. Уважает... кого? А, альтруистов и работяг. Тот еще коммуняга. Ты это сталкером помогаю в их несущих делах. И он, может, и тебя полюбит. Но все, время спустя я с тобой свяжусь. Не оплошай, сон. Так, найти диггера по прозвищу Тимур. Хорошо. Но пасаран, чувак. Давай, удачи. Ну что ли... Так, что это такое у нас тут? Включить подсказки игры? Ну давай, давай. На всякий случай, может пригодиться. Так, подсказки игры включены. Прекрасно. Ну что, ребятушки, вот у нас... Так, движок Зова Припяти, да, и модификация на него Связной. Это пролог, по-моему, пролог какой-то модификации... Ну ничего, посмотрим, что нам здесь расскажут, что покажут интересненького. Очень интересно посмотреть, ёпта. Так, старый добрый сталкер. Старый добрый сталкер, да? Сколько же я в него играл, я помню. Ух. Да, ребят. Ну что, давайте по порядочку начнем. Значит, этого чувака звали Масон. Найдите все уникальные оружия и получите достижение коллекционер. Ладно, это все понятно. Масон, значит, да? Окей. Что это, КПК у него? А странные сталкеры, странное дело, а странная посылка, что-то в ней не так. А Костик говорил, что диггеры ведут двойную игру. Сейчас они друзья сталкерам, завтра нет. Но оно того стоит. Что за там у них дела происходят вообще? Хер поймешь, на самом деле. Полученный крейн от тайника. Окей. Фух, ну что, что вообще у нас есть? Давайте-ка посмотрим. Мы с вами по-прежнему, нас зовут Дегтярев, и мы с вами являемся вольными сталкерами. Хорошо. FN, FNP, Элегант. Предыдущий хозяин очень
трепетно относился к своему оружию и всегда держал его в чистоте, благодаря чему он до сих пор имеет высокие параметры качества. Окей. Повреждения, смотрите, хорошие. Ну тут, конечно, калибр 45-й. Вообще редкость. Редкость в зоне. 45-й калибр. Так, ребятушки, ну-ка, секундочку, давайте-ка кое-что посмотрю. И мы там с вами вернемся. Ага, все, ребят, я посмотрел. Нужно было выяснить, где находится кнопочка сохранения. Сейчас все хорошо. Так, значит, мы с вами играем за масон. Давайте-ка еще почитаем, что у нас есть. Такой стандартный комбинезон Заря. И что это такое у нас? ПП-2000. Есть различный прицел. Так, подожди. Что это такое вообще? Снять прицел. Снимая с оружия, надетый на него прицел. А у меня не было прицела, по сути-то. Так, ага. Ну, здесь идет описание, ребятушки. Кому интересно, можете поставить на паузу. И 9.19 калибр. Он у нас сейчас встречается в зоне. На самом деле, можно с него пошмалять. Что у него там по урону? Конечно, по точности так себе. Повреждений тоже немного. Но темп огня зато хороший. Так, нужно почаще сохраняться. Это зона. Зона не прощает каких-либо просчетов. Я уже вижу аномалию. Да, ребятушки. А если кому интересно, я проходил. Это было, конечно, очень давно. Проходил Тени Чернобыля. Потом у нас Чистое небо. И, конечно же, Зов Припяти. Все это дело я проходил. Просто... лучшая игра, легендарная игра, причем все серии этой игр просто великолепные. Так, и давайте-ка посмотрим на карту, кстати. По-моему, тут у нас одна локация, это свалка. У нас диггеры находятся все на свалке. Тут мы и с вами остановимся на всю эту игру, будем смотреть, что есть интересного. Так, подожди. Вот что мне нужно. Давай-ка посмотрим. Так. Какие вообще есть у нас контрольные такие точки? Стоянка охотников. А далее. Кладбище техники даже есть. Мост. А, западный тоннель. Ну как же без кладбища техники, да? Я думаю... оно должно быть здесь. Прям обязательно. Аномальная роща какая-то у нас имеется. Строительная площадка. Баррикады. Это что такое? Заброшенный ангар. И застава долга. Ни хрена себе, тут есть долг. Ну, слушайте, карта небольшая, да, вот так вот посмотреть, если. Ну, посмотрим. Посмотрим, что нас тут ждет. Есть свой сюжет, это уже хорошо. Я люблю вообще новые сюжеты в различных модификациях, поэтому я думаю, это будет интересное прохождение. Так. Давайте-ка посмотрим. Внедрение. Найти диггера по прозвищу Тимур. Необходимо отыскать группу Тимура, возможно, на локации стоянка охотников найдется тот, кто подскажет, где диггеры разбили свой лагерь. Ну, по сути, нас никто не знает. Первая группировка, которой был масон, которым сейчас являемся как бы мы, по сути, уже они все умерли. Вторая группа тоже уже вся погибла. Так, подожди, аккуратненько. Тут были еще трупы, давайте-ка... Вот они, кстати. Вот они, ребятки. Фух. Ну, давайте все, наверное, заберем. Возможно, пригодится нам это дело. Будем забирать. Может, продадим. Тут у нас Фор 12. Знаю только пушечку, конечно. 18 калибр. Самый обычный. Ничего такого сверхъестественного. Так, и еще один чувак тут валяется. Вот. Что-то есть, смотрите-ка. Конечно, оружие не в лучшем состоянии, опять же. Что это такое? Ага, смотрите-ка, довольно-таки неплохое оружие, МП-5, будет помощнее нашего, но опять же, состояние у него не очень, поэтому пусть пока полежит. А что за контейнер диггеров? Груз был перехвачен у отряда сталкеров, идущих к диггерам. Контейнер заперт на двойной замок, без ключей его не открыть, даже опытному механику. То, что находится внутри, определить невозможно. Блин, ну... возможно, придется искать механика, который все это дело скроет. Не знаю, будем смотреть. Такой у нас тут узенький проход. Ребятушки, без всяких пошлостей. Какие-то скалы, блин. Старые добрые сталкеры, а. Так, что у нас там есть какой-нибудь? У меня патрон-то совсем нет к этому пистолету. Вот это жопа. Это, конечно, попочка.
Так. Может вот этот взять? Не, ну форт, конечно, получше будет. Это у нас ПМ, я так понял. Да, ПМ. Ну, ПМ это стандартное такое оружие. Тут хоть есть немножко патронов, поэтому возьмем его. Да, оружие сломано. У нас самый обычный... как его называют? Детектор. Я уже, блин, все забыл. Позор, позор, позор. Я уже все забыл. Давайте-ка перекусим. Хлебушка, да, колбаски. 50 килограммов у нас максимум. Так, ну ладно. Ладно, давайте сохранимся еще раз. И пойдем уже вперед. Будем продвигаться к лагерю. Стоянка охотников. Нам нужно именно туда. Сейчас будем туда проходить, будем смотреть, что у нас там. И там еще недалеко будет у нас тайничок. Тайничок этого чувака, за которым мы сейчас играем. Получается, мы под прикрытием с вами. Масон. Масон, масон, масон. Нужно будет запомнить. Так, ну пока никого не видно. Это меня радует. Никаких монстров, никаких мутантов. Фух, ребятушки, если вы вам нравится, ну, как бы по первым впечатлениям, да, эта модификация, конечно же, ставьте большие пальцы вверх и также пишите в комментариях, как вам вообще игра, как вам модификация. По первым впечатлениям пока все довольно-таки неплохо. Сюжет потихонечку развивается. Такой необычный стиль, да, нужно как-то проникнуться к диггерам и узнать, что же все-таки они там замышляют такое интересненького. Задумка такая, ну, такая неплохая, да? Будем смотреть, будем узнавать. Что у нас там? Ну-ка. Лагерь. Лагерь уже близко. Я вижу там... кто у нас там? Торговец, да? Кого только нету. Может там поспать. Хорошо. Сейчас будем смотреть. Ну, такой лагерь, конечно. Не сказать, что прям крутой. Так. На... Поспать, да? Поесть. Я думаю, самый том. Здорово, чувак. Ты кто такой? Юрка, кто? Аллигатор? Так, давай поговорим. Чувак, не хочешь? У тебя есть ружьишко довольно-таки неплохое. Так, 4 человека у нас тут находится. Лаги совсем маленькие, оказывается. Я думаю, будет что-то большее. Так, чувак, ты кто вообще? Давайте-ка я сохранюсь. Витя Шуруп. Давай поговорим. Эх, зверье уже не то, что раньше. Хочу о чем тебя спросить. Что вообще нового в зоне есть? Слышал легенду о радио? Нет, тогда вникай. Потому как тема очень даже интересная. Тема. В общем, по всей зоне сталкеры находят с виду обычные приемники, но чуть только они подходят к ним, как эти самые приемники начинают вдруг вещать. Вообще подобная техника частенько сходит с ума в зоне. Так, чувак, это все байки. Это все байки. Поэтому давай удачи. Что вообще по работе есть у кого? Мародерство, конечно, не наш метод, но вот что я тебе скажу, сталкер, когда денег совсем нет, то пошарить по зоне дело куда полезнее, чем искать работу за гроши. Ведь в зоне постоянно кто-то умирает, а снаряжение так и остается на них. Так, все. Ай-яй, это было неприятно. Так, аллигатор, ты уже здесь? Что-то он как-то не шибко хочет с нами разговаривать. Так, тут, смотрите, у нас какие-то охотники. Это что, у нас такая группировка, что ли? Так, ты кто такой? Кто такой? Бесстрашный. Здорово, будь охотник. Что там по работе? Ага, диггеры вроде добровольцы ищут, чтобы в мусоре железо собирать. Не знаю. Классная работа, блин. Не знаю, правда это или нет, но Петруха ходил к ним недавно и не вернулся. Странно все это. Откуда взялись эти диггеры? Неясно. Что еще тоже вопрос. Вообще не советую я к тебе к ним соваться. Мало ли, диггеры сулят заработать большие деньги. На крайний случай можно сходить к ним решать тебе. Так, ладно, чувак. Будь здоров. Так, ладно. Так, чего у нас тут? Кто вообще тут есть? Здорово, мужик! Гитарка, все хорошо у вас тут. Так, тут у нас пусто. Здоров! О, зверобой! Ни хрена себе! Я думаю, все вы знаете этого чувачка, да, на Янове, он насидел в подвале. Все мы его знаем. Кто играл Зов Припяти, должны его знать. Прям обязаны. Здорово! Привет, охотник. Кажется, мы раньше не встречались, верно? Да и в этих краях, похоже, ты впервые. А снаряжение совсем не годится. Вот, возьми дробовик, с ним поспокойнее здесь. Хаживается. Что ж, меня зовут Зверобоем, я охотник в этих
О, и эти ребята мои тоже. Мы свободные сталкеры, никого не поддерживаем, ни с кем не воюем. Разве только что с мутантами. Как тебя кликать и кем вообще будешь? Амазон я, да. Смотрите, смотрите, он нам дал обрез. Ну, обрез, конечно, говно, да. Обрез это такое. На самом начальном уровне, конечно. Дальше, конечно, это просто дерьмецо. Патроны, дробь, конечно, консервы, завтрак, турист. Консервы тоже пригодятся, нужно как-то питаться. Масон я, такой же сталкер, как и ты. Спасибо за обрез, добротное оружие. В скобочках, да, добротное. А чем еще служить могу? Одинокому путнику я завсегда рад помочь. Так, мое путешествие было в компании, но на подступах к свалке нас атаковали мутанты. Я единственный выживший. Так. Ага. Спасибо за теплый прием. А помощь твоя будет еще, кстати. Ищу я группу диггеров. Знаешь, где их лагерь? Не буду спрашивать, зачем их ищешь. Не мое дело. Да и они не скрываются от глаз зоны. Диггеры устроили лагерь на строительной площадке. Ты их там точно найдешь. Ага. Значит, строительная площадка, да? Просто выручил, чувак. Постой. Ты нам можешь помочь. Плата будет в самый раз. Патроны, деньги или редкое охотничье оружие. А ученые хорошо платят за шкуры мутантов. Заходи как-нибудь, поохотимся. Окей, чувак. Выполните все задания зверобоя и получите достижение охотник. Так. Так. Что там, кстати, по заработку-то? Будем охотиться на кабанов. Знаешь, я их отстреливаю не смеха ради, но для удовольствия. Так, давай-ка. Ох ты, нихрена, у тебя можно поторговать. Смотрите, довольно-таки неплохо. Элегант я пока оставлю, я думаю, он мне пригодится. Обрез, вот, кстати, нам дали, да? Ну, конечно, повреждения у него просто великолепные. По деньгам у нас всего 2500, это маловато. Давайте возьмем... что это у нас такое? Энергетик один. И, наверное, патронов у нас будет маловато, поэтому прикупим 9-19 калибр на автомат. Пока, наверное... Давайте еще дробь возьмем. Ох, нихрена ты! Хочешь ты бабла? Ладно, давай вот так сделаем. Все. Все, пойдем отсюда. Так, что там, кстати, по охоте? Ага! Нас раз, смотрите, перемещают. Это классно. Ты когда-нибудь на кабанов охотился? Ну, чтобы так, специально. Вообще, это очень увлекательно. Главное, не подпускай к себе близко кабана. А видишь, что на тебя бежит, уходи в сторону за деревом. А если выходишь на охоту, с напарником старайся отвести кабана так, чтобы твой напарник встретил ему в бок. Хорошо. Так, не погнали, бежим, давай. Не бежим. Да-да-да, не бежим, рванули. Знаю эту тему. А где мы еще находимся? Чувак, стой. Тут еще нычка где-то рядом. Подожди, блин, а? Ладно, пойдем, не будем медлить. Нужно будет поохотиться немножко. Опа! А? Первый кабанчик готов. Кто-то нас еще видит. Так. Смотрите, мелочь, да, приятно. Модификация хоть не такая прям, что крутая была, но вот эта охота довольно-таки интересна. Так, тихо! Что такая долгая перезарядка? Что это такое? Тихо. Что-то какой-то хреновый из меня охотник. Перезарядка очень долгая. Ёб твою мать. Чё? Тебя убили, что ли? Зверобой, ты серьезно? Тебя убил какой-то кабан? Ну ёб твою мать. Ладно, давай сделаем тогда вот так. Так, ну погнали еще раз, ребят, попробуем. Чё-то какая-то херня получилась у нас. Готов. Тут долгая перезарядка, мне это не нравится. Давай. Так, где-то еще кабан. Где-то есть вообще. Ага. Готов. Еще один бежит. Так, я их обыскать не могу. Сука, промазал. Мужик, живи. Так. Нормуль. Фу, вроде отбились. Он, конечно, еще у меня попал. Чертов ты охотник. Ладно, давай поговорим. Хорошо постреляли. Пока могу приложить лишь дробь. Держи, а в следующий раз мы отправимся гонять собак. Есть у меня одна идейка. Ладно, пойду на базу. Так, ну погнали. А, ты один, что ли, хочешь? Ладно, зверобой, давай, удачи. Тогда мы с вами доберемся своим путем.
А там нам делать нечего было. Тут рядом у него, смотрите, лагерь совсем рядом. Нам нужно, ребятушки... Так, нет, нам не сюда надо. Где там у нас стоянка диггеров-то? Мост. Нормально. Вот. Нет, нам нужно строительную площадку. Что-то я путаю. Но давайте-ка для начала выяснить планы диггеров. Так. А, глава... А, Тимур, глава небольшой группы диггеров, обосновался на свалке с целью совершить... неясно что, выяснить планы Тимура масону и предстоит. Да, хорошо. Так, ладненько. Немножко постреляли кабанчиков. Размялись, так сказать. Вспомнили былые времена. Давайте-ка пройдемся дальше, посмотрим, что у нас тут есть интересного. Так. Такая какая-то напряженная музычка играет. Чуть-чуть напряженная. Так. Где-то здесь есть хабар. Так, там что у нас, аномалия, что ли? По-моему, аномалия. Ну, давайте-ка спустимся вниз, посмотрим. Тихо. Ёпта! Да, это была аномалия, я был прав. Так, а вот и хабар. Угу. Патроны, аптечка, все, что нужно. Хорошо. Тогда уходим отсюда. Так, вот это плохо. Слушайте, это плохо. Тут можно как-то вылезти? Нет, аккуратненько. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо, не застревай. Так, вот посюда, давай заберемся. Тихо-тихо-тихо. А, опять свалился. Да что такое-то, а? Так, у меня должны быть болты где-то. Ну-ка. О. Тихо-тихо-тихо-тихо. Херовое место. Беги быстрее. Гай! Бегай, чувак! Фу, что-то, конечно, как-то херовастика тут зашел. Неприятно было. Неприятно. Так, ну вроде выбрались. Просто, видите, куча аномалий. Куча-куча аномалий. Вот жопа-то, а. Кладбище техники. Ладно, тогда давайте идем отсюда. Нам нужно вообще куда-то вон туда. Давайте попробуем подняться сейчас тут. Так, ну здесь нужно взять болт, потому что по-другому-то никак. Очень опасно, смотрите. Как только он тут шиндарахнет, все, не встанешь. Так, зверобой у нас там что-то ходит, бродит. Так. Что у нас здесь? Опять же, смотрите, одна локация. Возможно, будет как-то немножечко надоест нам это дело. Хотя, кто его знает? Ха, у меня, конечно, броня уже вся побитая. Вот это неприятно. Это очень и очень неприятно. Кладбище техники. Давайте-ка сгоняем туда, посмотрим, что нас там ждет. Не знаю, есть у нас тут... Тут опасно. Есть у нас тут вообще бандиты? Так, вот кладбище техники. Так, у них хрена здесь. Слушайте, классно сделано. Прям такое кладбище. Что это было? Кабанчик. Вот эти, конечно, звуки сталкеры, это просто жесть. Что-то с чем-то, блин, обосраться можно. Так, подожди. Давай-ка посмотрим. Что-то сообщение опять там немножко выходит. Ладно. Но пока вроде как все спокойно. Пока все довольно-таки неплохо. Западный тоннель. Давайте сгоняем на кладбище. Может, тут кто есть. Так, как-то очень тихо, как-то очень подозрительно, слышите? Мне это не нравится. Так. Вообще никого нет, да ладно, серьезно? Блин, а? Тоннель. Давайте-ка пробежимся по мосту, посмотрим, что у нас. Так, тут есть какой-то домик. Типа деревушки, что ли? Говно, а сыкотное место. Так, что у нас тут? Есть интересненького. Да, херня какая-то.
Но, смотрите, здесь можно осмотреться. Идет железная дорога. Так. Что у нас в доме? Здесь тут никого не будет. Все спокойно. Без всяких там кровососов. А то они любят, знаете, в таких вот домах сидеть. Я-то знаю все это дело. Так, а что у нас тут? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, погоди. Ага, тут даже не пройти, смотрите-ка. Что за говно? Ну-ка. Не, это бесполезно. Просто не пробивается. Тогда выходим отсюда. Тут нам делать больше нечего. Какие-то документы. Фу, видимо, какая-то газета старая. Просто ненужная. Так. Мост. Давайте-ка сгоняем на мост. Посмотрим, что там у нас интересненького. Может, кто есть? Ну, пока на PC как-то маловато здесь. Вот мы встретили группу зверобоя, да, и все. Очень мало их. Тут тоже никого нету. Жопа. Аномальная роща. Так. Тихо, тихо, тихо. Так, ну вроде все спокойно. И все, нормуль. Угу. Ладненько. Фу-фу-фу-фу-фу. Какая-то такая, знаете, атмосфера нагнетающая. Как-то все очень тихо, все очень... спокойно. Мне это не нравится. Прям как-то настраживаешься немножко. Готовишься к чему-то. Так. Так. Да, ребятушки, если вы знаете пролог вообще какой-то модификации, по-моему, плохая компания, да, у нас она называется. А если вы знаете, если вы играли в этот пролог, напишите, какой это модификации сам пролог. Очень интересно узнать. Припять! Типа как. Тихо-тихо-тихо, тушканы. Ай-яй-яй, я понял. Я вас понял, ублюдочные. Что-то вас многовато. Ублюдки. Тут, конечно, против тушканов подходит лучше всего дробь и прыжки. Так. Сукины дети. Только и можете толпой. Шакалы, блин. Так, они разбежались. Блюдышные. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты чё, ненасытная тварь, а? Спокойно. Без паники. Так. А вот и первые ублюдки, о которых я и говорил. Вот они и появились. Не все так просто в этой зоне. Так, что у нас тут? Какое-то болото. Аномальная роща у нас... А, она уже вон там у нас. Нет, я как-то туда пока не хочу. Особо не горю желанием туда идти. Тут у нас свалка. Ни хрена тут что происходит-то, а? Да, конечно, свалку тоже переделали колоссальную. Это уже такая полноценная новая локация. И сделано довольно-таки неплохо. Да, также, смотрите, вот эти просадки. Вот эти просадки, конечно, бывают. И это тоже... немножечко неприятно. Ну, в Сталкере это дело такое. Частенько такая фигня происходила. Так, подожди, а что, я пробежал, что ли, это дело? Так, нет, что-то я, походу, немножко не туда побежал. Чуть-чуть перебежал. Ладно. Может, радиация дохрена? Да-да-да, я был прав. Ах, радиация. Ай, любит зашкаливать. Просто жесть. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Давай-ка примем это дело. Тут, смотрите, еще из-за техники все это дело фонит очень жестко. Так, мне нужен вон туда, я почти пришел. Я почти пришел, ребятушки. Вон у них там уже лагерь. Я не знаю, что нас там ждет. Поэтому, ребятушки, посмотрим с вами в следующий раз. Если вам понравилась эта модификация, которая называется связной, ставьте большие пальцы вверх. Также не забывайте, ребят, подписываться на канал. И пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Мы с вами услышимся в следующий раз. Всем спасибо за внимание, всем удачки и пока, ребятушки. Счастливо.